Центр диагностики и консультирования борется за здоровый образ жизни. В день отказа от курения родители получили консультации у психолога, а дети в игровой форме узнали, как никотин влияет на здоровье. Для самых маленьких придумали развлекательные игры, а для детей постарше организовали суд, где ребята выносили приговор сигарете за то, что она приносит вред здоровью. У нас в ПМС-центре проходит день открытых дверей, где мы пропагандируем знания и навыки по привитию здорового образа жизни нашим деткам. Весь день ребята рисовали стен газеты, играли и познавательно проводили время. Волонтеры не остались в стороне и тоже приняли участие в Международном дне отказа от курения. Жители и гости города в этот день не смогли противостоять ребятам и отказались от вредной привычки. А вы можете сейчас отказаться от сигареты? Сейчас попробую.